大家好，欢迎大家收看新一期的《俄妹有话说》。大家对高考一定有不同的看法。我现在在俄罗斯，有请我们这位漂亮的俄罗斯姑娘柳德米拉，给大家谈一谈俄罗斯人对中国高考的看法。Здравствуйте, меня зовут Николаева Людмила, я студентка третьего курса Казанского федерального университета, факультета международных отношений. Люда, как ты думаешь, поступать на экзамен в Китае? Я знаю, что ты русская девушка, ты всегда живешь в России, но что ты слышала, как ты думаешь о таком? Да, я действительно слышала про китайские вступительные экзамены от моих бывших одноклассников, которые сейчас там учатся. Слышала о том, что это очень важное событие для Китая, что вся страна к нему очень долго готовится, что родители ждут своих дочерей, сыновей около места проведения, что дороги перекрывают на месте. Также я слышала, что это очень один из самых сложных экзаменов вообще в мире, что очень трудоемкий процесс для студентов, как во время подготовки, так и во время сдачи, что студенты действительно очень долго готовятся, могут готовиться даже некоторые годами, что приходится заниматься по десятки часов в день, что очень сложно. Также, что для меня было удивительно, я слышала о том, что он происходит в очень сжатые сроки, то есть за несколько дней, каждый день они сдают определенный экзамен, что очень удивительно также. Также я слышала, что на студентов может оказываться психологическое давление из-за того, что очень мало бюджетных мест, очень низкая квота, и действительно очень сложно как сдать экзамен, так и поступить вообще в университет, особенно на бюджет. Но с другой стороны, по-моему, это отличная возможность показать свои знания, получить билет в жизнь именно за свои какие-то багаж знаний, а не за связи. То есть, на мой взгляд, это отличная возможность, чтобы получить высокооплачиваемую работу и продвигаться по жизни. А вот в России у нас экзамен происходит немного по-другому. У нас он вообще в обществе считается очень сложным экзаменом, что очень много проблем с ним связано. Но с другой стороны, если вот сравнивать с другими странами, с тем же Китаем, у нас экзамены происходят намного свободнее, намного проще, ну, на мой личный взгляд. Мы также готовимся, ну, можем готовиться, может быть, год или полгода. Вот я лично готовилась полгода и хорошо все сдала. Вот я готовилась регулярно. Не сказать, что много часов в день, может быть, по одному часу, но в итоге получила хорошие баллы. И хочу сказать, что экзамен действительно, ну, на мой взгляд, это хорошая вещь. Также мне очень помог поступить на куда я хотела, без всяких связей. Вот сейчас я учусь бесплатно, то есть я благодарна системе, которая у нас есть. Всё, спасибо большое за внимание, желаю вам отлично сдать экзамены, удачи вам в будущем. Пока-пока!